Первых международных наблюдателей аккредитовала Центральная комиссия референдума. В состав миссии вошли порядка 100 человек. В Министерстве иностранных дел представили 3 международные организации и 5 иностранных государств. Среди них представители от Организации тюркских государств, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии и Молдовы. С сегодняшнего дня приступает к работе штаб миссии, который распределит наблюдателям по регионам Казахстана, где кто будет наблюдать, подготовит им необходимые материалы для наблюдения. И за 2-3 дня до дня голосования наши наблюдатели разъедутся по территории Казахстана. Наша миссия работает на принципах политической нейтральности, невмешательства во внутренние дела государства и строгое соблюдение законов Казахстана.